из России, приветствуйте Александр Ильченко! Итак, дамы и господа, Лига спешных единоборств «Проекси» с гордостью представляет вам главное событие сегодняшнего вечера. Трехраундовый супербой в тяжелом весе. Генеральный партнер турнира – компания «Техкрэп». Официальные партнеры турнира – компания «Таймекс» и группа компаний «Кантри Парк», а также «Бинго Бум». Супервайзер – Джамбул Задзани. Судьи у клетки – Валерий Багин, Дмитрий Барышев и Алексей Комаров. Судья-хронометрист – Владимир Сорокин. И с ударом гонга – ваш рефери в клетке – Андрей Ковалев. Итак, дамы и господа на трибунах и миллионы фанатов боев во всем мире с арены баскетбольного центра «Химки» в прямом эфире на телеканале «Россия-2» Представляю вам соперников и первый бойца слева от меня. Ему 27 лет, рост 180 сантиметров, вес 113 килограммов. Его профессиональный рекорд 24 боя, 16 побед при 8 поражениях. Чемпион Brave FC, чемпион Summary FC, чемпион Top 5 Brazil. Дамы и господа, встречайте по прозвищу Дракон Жозе Родриго Кулке. А вот и его соперник справа от меня. Бойцу 31 год, рост 193 сантиметра, вес 120 килограммов. Профессиональный рекорд 28 боев, 22 победы, 6 поражений. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо. Чемпион Европы по боевому самбо. Экс-чемпион мира по версии Pro FC. Дамы и господа, приветствуйте из России Александр Ильченко! И рефери Андрей Ковалев дает заключительный инструктаж. Супербой, которого ждали, здесь по-другому ты и не скажешь. Действительно, после Боба Сапа... Ну, хотя здесь, Александр, это мне упрекнуть не в чем. Ему предложили выступать на промоушене. Ну, сказал, да, уж вопрос подбора соперника, уж не он лично его себе подбирал. Так что, ладно, оставим эту тему. Хотя, в общем, тот поединок... Вы, ради которого мы все собрались. Да, никаких эмоций больше уже и не вызывает. Белки – это намного более серьезный соперник, несмотря на 4 поражения к ряду до момента сегодняшнего. Но здесь Михаил, как раз я с вами согласен, думаю, не в свой вес лазил. И там не пошло. Но все-таки тяж. Хорошо отбивает в партере, неожиданные лоу-кики, по крайней мере, из того, что мы наблюдали. Быстрые руки, но соревноваться с Сашей в ударной технике рук Александр даже зрим потяжелее. Пойдет ли бороться? Ну, посмотрим. Посмотрим. Вот как раз те самые лоу.
суеты довольно много пока в исполнении бразильца. Очень много лишних движений. Да. Хотя он, в принципе, в такой манере и начинал примерно все свои поединки. Он всегда настолько быстро двигается, настолько много двигается, без какой-то видимой причины. Я думаю, что Саша медленнее его. Саша мощнее. Достаточно быстро. И очень при всем при этом очень быстро. Опускает ручку левую Саша. Хорошо. Молодец. Терпеливый боец бразилец. И, конечно, все будет не очень просто, но уже сечка прекрасно есть. Работает. Вот как раз-таки то, о чем я говорил. Вот он, Саша, очень долгое время работал с тем же тренером, с кем я работаю, с Юрой Разумом. Сейчас у него другой тренер по боксу прекрасно. И вот как он хорошо. Вот он все время вот за него. Надо, он делает шаг назад. А так он все время к нему. И дергает его, все время вот прям вот раздергивает. И когда тот уже останавливается, он начинает бить. Прекрасно вообще, прекрасно. Видно, Саша в хорошей форме. И перемещаемся, да. И работаем. Вот он все время дергает его. Вот. Жестко попал. Попал. Молодец. Саше надо при всем при этом быть очень собранным и очень внимательным. Гилке, в принципе, по сроку таких досрочных поражений, когда он падал, честно говоря, не припомню. Вообще джеб у Саши какой, а? Вообще ж... Он и был. Был, да, всегда джеб и левый сбоку, он очень хорошо бьет. Хорошо, вот он как он нагнетает прям, нагнетает. Бразилец не пытается пока идти бороться. Крепкая голова. Много на себя уже напринимал и дальше пошли по кругу аккуратненько. Понятно, что сейчас хорошо, вот эти передвижения уже, да. По голове видно все. Сечка там. И не предлагает даже бороться. Вот это, кстати, странно. Он своих соперников, очень в принципе, хорошо. Затаскивал. Очень хорошо. Раз, два. Причем, когда бьет, при этом смещается Саша чуть-чуть в сторону. Уходит. Хорош, а? С линии атаки попал, ловко попал, хорошо. С линии атаки чуть-чуть в сторону уходит, и тем самым тот не может ничего сделать. Он не видит его. Как он заходит, а хорошо. И вот, и сразу сделал шаг в сторону Саши, когда он на него пошел. Здесь, кстати, видна работа уже. Сразу, прекрасно. Серьезнейшая работа. Раз, шаг назад, и опять к нему с атакой. Классика вообще. Ну вот, первая попытка побороться, конечно, больше уже от безысходности. Молодец, и сразу, спокойно, вот как он зашел в сторону, хорошо. Угу. Саша, мне кажется, провел очень хороший сбор. Ну, очевидно, по-моему. С боксерами, да, как хорошо у него быстро летят руки, легко летят, и как он хорошо подбирает дистанцию. Как он подбирает, посмотри на Люцова. Ну, лицо, ну что, из-за соперник избит. Вообще. Избит в первом раунде, причем да, серьезнейшим образом. Там очень сильная гематома. Очень. И вот он как он зашел и прям такой вот этим взрывом, то есть раздергиванием, как он его заставляет напрягаться соперника. Вот посмотрите, он прям весь скованный стоит. От этого он столько сил тратит. На Сашу он бьет уже выборочно. Вот, и ушел, сделал шаг назад. Ой, хорошо. Присел. Прекрасно. Молодец, все. Поздравляю. Саня. Вот хорошая трудовая победа. Действительно трудовая. Красавец. Никаких больше здесь. Какие тут могут быть слова? Вопросов. Слабый соперник или плохой? Прекрасный бой. Мне кажется, что Саша был в великолепной форме. Прибавил. Да. Прибавил довольно здорово. И видна работа. Виден сбор, на котором он посидел. Да. Знаете, с опаской сейчас на нее посмотрел Дмитрий Зиброский, пройдя мимо. Александр, что вы мне вот с этим потом биться? Саня, поздравляю, молодец. Вот поздравления прямо здесь рядышком через комментаторскую позицию. Алексей Воробьев, а также главу городского округа Химки Олега Шахова. Ну, сейчас объявление победителя бразильцу Александр здесь делать ничего не дал. Причем по качеству этот бой напомнил Сашу в Ленинграде. Где-то было рядышком. Хорошая, внятная работа. Молодец. Поздравляю, Саня. Очень я
хорошо его знаю и искренне рад за него. Поздравляю. Молодец. Александра, поздравляем с победой. И на этом пройти 49-й потихонечку подходит к концу. На этом наша трансляция на сегодня подошла к концу. Спасибо большое организаторам за замечательный турнир. Спасибо гостеприимным клубам за организацию этого турнира. Режиссер трансляции Денис Шеленин, редактор Сергей Белокуров и ваши комментаторы Дмитрий Борцов. И благодарю Михаила Малютина, нашего известного российского бойца, за то, что любезно согласился провести этот вечер на нашей комментаторской позиции. До свидания, дорогие друзья. Занимайтесь спортом. Всего хорошего. До свидания. Будьте здоровы. Наш вечер подошел к концу. Мы не прощаемся с вами, говорим вам до свидания и приглашаем вас на юбилейный 50-й турнир Pro UFC, который состоится в Ростове-на-Дону 25 августа. Итак, вас ждут финалы за пояса чемпионов Гран-при в легком и полусреднем весах. Также полуфинальные поединки в среднем и полутяжелом весе. Состоится долгожданный титульный бой за титул чемпиона мира по версии Pro UFC в легком весе. Дамы и господа, вас ждут бои Беслана Исаева, Миланы Тутиевой и других звезд смешанных.